калибровка. Угу. Вон, сайки-то. Здравствуйте, доктор Юрий. Побежали туда. Что у нас такое? Психоскоп активирован. Доктор Ю. Чё? Ни хрена ж сами. Ну, королесили. Раз, два. Нужно залезть. Угу. Подожди. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор Ю. Вроде ничего интересного нету. Да здравствуй, здравствуй, да. Смотри как следует. Все, что происходит на Талосе, началось здесь. Вначале у тебя было столько энергии. Я совершил ошибку, когда отправил тебя на испытание. Именно тогда мы отдалились друг от друга. Теперь мы больше знаем об их целях. О том, что они создают. Мне просто нужно больше времени. Слышу ткача за стеной. Злорадствует сукин сын. Я знаю. Как ты держишься? Кинул пару психолюминесцентов, чтобы отвлечь фантомов. Пора обклеить стикерами все, что точно не мимик. А ты? Ничего. Заперся в оружейном складе. Пролез один мимик, я его пришиб, но и все. Закрыт со всех сторон. Каков план? Ждать спасателей? Ха. Знаешь, если выживем... Алекс просто вытащит наши моды. А ты не хочешь забыть это дерьмо? Этого я и боялся. Перед тем, как их убили, ученые проводили какой-то эксперимент. Во время эксперимента доступ к Сагите закрыт из соображений безопасности. Вы должны закончить то, что они начали. В 60-е и 70-е ученые пытались установить контакт с тифонами. Оказалось, что это невозможно. Их мозговые структуры хорошо развиты. Но почему-то не допускают коммуникации. У них нет речи, нет языка. Кажется, они нас даже не видят. То есть так, как видим себя мы сами. Говоря «мы», я обобщаю. Я ведь не человек. Я не такой, как вы. Проводится обследование. До окончания процедуры объявляется карантин. Нормально мы так нейромодов только что... Посмотрели, там обобрали. Так, подготовить нуль волну. Ну-ка. И чё? Не понял. А в чём прикол? Ну-ка. Кача пускаем, да? То есть он сейчас что-то будет жрать, да, там или что? О, смотри, смотри, смотри. Внимание, смотровой зал небезопасен. Кого ты? Внимание, смотровой зал Подожди. Небезопасен. А кто ты такой-то вообще? Не, я понимаю, что фантом. Внимание, смотровой зал небезопасен. Угу. Я тебя понял, хорошо. Давай еще раз. 60-е и 70-е ученые пытались установить контакт с тифонами. Оказалось, что это невозможно. Их мозговые структуры хорошо развиты, но почему-то не допускают коммуникации. У них нет речи,
нет языка. Кажется, они нас даже не видят. То есть так, как видим себя мы сами. Говоря мы, я обобщаю. Я ведь не человек. Я не такой, как вы. Проводится обследование. До окончания процедуры объявляется карантин. Знал, да? Защитили. Ладно. Пум, попробуем так, хорошо. Приближается оператор. Шланителя вообще нету. Внимание, смотровой зал небезопасен. Сканирование завершено. Нужно будет. Внимание, смотровой зал небезопасен. Это я уже понял. Внимание. Подожди. Смотровой зал небезопасен. Внимание, угроза жизни. Ух. Два. Внимание, смотровой зал небезопасен. До свидания. Люди склонны наделять человеческими чертами все, чего не понимают. Тифоны убивают нас без колебаний, но не потому, что они злые. Они просто не могут иначе. Знаешь, что мы узнали? У них нет зеркальных нейронов. Кого? У них столько чудесных способностей, но они, в отличие от нас, не могут сострадать другим существам. Слышу ткача за стеной. Злорадствует сукин сын. Я знаю. Как ты держишься? Кинул пару психолюминесцентов, чтобы отвлечь фантомов. Пора обклеить стикерами все, что точно не мимик. А ты? Ничего. Заперся в оружейном складе. Пролез один мимик. Я его пришиб, но и все. Закрыт со всех сторон. Каков план? Ждать спасателей. Нормально, видел? Ха. Знаешь, если выживем, Алекс просто вытащит наши моды. А ты не хочешь забыть это дерьмо? Думаю, мы можем воспользоваться Сагитой и добраться до Дендрария. Ладно. Автоматические турели-ликвидатор. Последние линии обороны Транстара. Хлипкие, но их легко изготовить. Лучшее, что в них есть, встроенный психоскоп. Они могут отличать людей от чужих. У вас проблем быть не должно. Вы же человек. Опять же, да? То есть, если ты не вставишь себе эти всякие способности мимика, то все будет с тобой в порядке. Ну, понятно. Hey. Привет. А hey, ты кто такой? Исследование завершено. Это что такое? Не понял. Смотри, он просто берет что-то, все раскидывает. Нормально. Типа еще один какой-то этот монстр. Клиник, лаборатория. Угу. Подойдите. Подойдите ближе. Ну, я подошел. Слышал? Не хочу вам мешать, но когда вы сможете заняться пробоиной? Я как раз туда направляюсь. Как думаете, что там случилось? Трудно сказать, не глядя. Возможно, микрометеориты пробили дыру. Редко, но случается. Ясно, хорошо. Надеюсь, так и есть. Вы что-то от меня скрываете? Нет, конечно. Просто на этом складе лежат засекреченные экзотические материалы. Нам очень нужен доступ к нему. А, понимаю. Из этих ученых заходил в оружейную. Видел, как он вбивал пул. Сведения о правонарушениях. Торговля людьми, похищение людей, совращение несовершеннолетних, распространение контролируемых веществ.
Ага. Выдать сейчас себя за другое. За другое лицо с целью обмана. Угу. Вытащите меня отсюда. Кто я меня вам видит? Его сообщу. Меня зовут Аарон. Аарон Инграм. Слышишь, Аарон? Ну-ка. Размножение мимиков, извлечь мимика. Ну-ка. Эй, там! Эй, эй! Какого черта вы делаете? Братан, сорян. Я не думал, что это... Я думал, в нем мимик, типа, из него извлекать. Чем он сейчас там занят, а? Он хочет сейчас съесть, свой чел хочет. Ладно. Выходи. Да быстрее. Вот о чем я говорю, дружище. О человеческом достоинстве. Вы единственный человек, который был ко мне добр. Я не забуду этого, клянусь. Если вам еще нужен код 8714. Нормально. И взламывать ничего не пришлось. Подожди. Патроны. Ууу, тут полно добра. Может, и пистолет найдется? Господи. Ой, как я это обожаю. Он плохой человек, но вы все равно его освободили. Вами руководило сострадание или что-то еще? Лично я могу выбирать только то, что приближает меня к цели. Тифоны могут только убивать и уничтожать, но вы человек. У вас есть выбор. Так. Не видел, да, это? Кача за стеной. Злорадствует сукин сын. Да это я знаю. Как ты держишься? Кинул пару психолюминесцентов, чтобы отвлечь фантомов. Пора обклеить стикерами все, что точно не мимик. А ты? Ничего. Заперся в оружейном складе. Пролез один мимик, я его пришиб, но и все. Закрыт. Со всех сторон. Каков план? Ждать спасателей? Ха. Знаешь, если выживем, Алекс просто вытащит наши моды. Mm, а ты я не понял. Хочешь забыть это дерьмо? Думаю, мы можем воспользоваться Сагитой и добраться до Дендрария. Ладно, жду команды. Угу. Отлично. Так, у нас там, помнишь, был этот не ретранслятор, блин, а как же, короче, для переработки. Сейчас найдем. Если я не ошибаюсь, он у нас был вот тут. Лаборатория B. Нет, тут я был. Смотрел тогда.
Что интересного? Подожди, а где же он тогда был? Странно. Снизу. А, ну да, вот он. Так, фабрикатор, вон. Так, съел. Ёпта, смотри, сколько дробовиков. Так, ну-ка, давай-ка я выкину его сейчас. Подожди. Снаряжение. Подожди, а как выбросить? Использовать, ну, выбросить. А, вот. Так, то есть тут уже больше нет патронов. Все, супер. Сколько у меня всего патронов? 27. Отлично. Так. Раз, два, три, четыре. Этому все, да, наверное. Да, вроде больше нет ничего интересного. Сейчас патроны себе сделаю лишь. Можно будет идти дальше. Антирад. Так, пистолет с заглушителем. Теперь могу сделать нейромод. Йо, сколько тут всего нужно для нейромода, охренеть. Патрон для 12 калибра. Для боевика все-таки. Вот они, да. Супер. Значит, раз... Сейчас сразу же и на дробовик сделаем, если хватит, и на пистолет. Прикинь, вкусняшка какая. Вообще. Так. Еще. Четыре. А на дробовик? Ну, давай тогда вот так вот сделаем, да, да и все. Потому что больше не хватит. Думаю, может по... Сейчас. По дополнительным затеням пойти, пройтись. Заделать пробоину в корпусе. Так. Сагита. Здравствуйте. Пробоину в корпусе. Были в корпусе. Да давай, в принципе, сейчас посмотрим хотя бы, что это такое. А, ну да. Да блин, погнали наверх. Жаль, и вот тут вот не сделали никакой подъем наверх. Так. Раз, два, три. Доктор Ю. На всякий случай перезаряжу. И пойдем. Да. И что-то в чатике опять молчат. Ничего не говорят. Не пишет, смотрит. Спасибо, что хоть смотрите. Пониженная гравитация. Морган, интересно, тревожит ли вас, что вы спланировали собственную смерть? Такое не просто принять. Я бы посоветовал не думать о смерти. Сконцентрируйтесь на насущных проблемах. Не надо спешить.
Если понадобится помощь, зовите. Угу. Без проблем. Исследование завершено. Так, подожди. Не понял. Подожди. Вот, пробоина в корпусе 30 метров. Труп человека. Передвигаюсь. Так. Все? Приближается оператор. Лаборатория психотроники. Красотища какая, а? Человека, давай посмотрим. Мы же, в принципе, никуда не спешим. То есть, просто труп. Все? В нем даже ничего нету? Угу. Несколько задач. 80 метров. Ну, давай так туда своим. Скорее всего, первого уровня. Да ё-моё, стой, стой, стой. Лаборатория психотроники. Угу. То есть я вернулся даже. Ну понятно, ладно. Подожди, хранилище экзотической материи. А где там хранилище экзотической материи? Фига себе, видал, да? Тифло сожрал. Силен, силен. Так, так, вроде нет ничего. Окей. Так. Доктор Ю. Чё? Уберите этот ультразвук, пожалуйста. Бля, кто-то заметил. Опять фантом, да? Кто же еще, блин? Вкусно. Надо будет, кстати, к этому здоровому хрену сходить, которого прошли сейчас. Часть убивали. Во-первых, его осмотреть, во-вторых, с него органы забрать. Тут здоровый тифон. Так. Подожди-ка, труп неизвестный. А, то есть я его осмотреть уже не смогу.
Значит, этого я тоже не смогу осмотреть. Обидно. Я думал, тут дверь закрыта, окей. Хорошо. Камера. Кровать. Так. Вообще нет ничего. Зачем сделали эту комнату? Непонятно. Так, еще один, да? Только непонятно где. Тут нет ничего. Странно. Так, хорошо, я тебя услышал. Чё, подожди. Заземляющий резистор. А куда мне его вставить надо? Интересно. Заземляющий резистор. О, вот сюда мы тогда не ходили. Морг. Пацаны, это ГГ. Так. Приближается оператор. Дебил приближается, а не оператор. Не понял, я его убил? Передвигаюсь. Нет. Ну ладно, хорошо. Больше нет ничего. Угу. А, ну да, ну да. Главное, я просканировал и пошел подбирать аптечку. Гений. Так, на этом мы читали. Ага. Сколько там всего? Видел, да? Нет пропуска. Интересно. Так. Передвигаюсь. Нет пропуска. Подожди-ка.
Нет, ничего. Так, внутри лишь один труп, да? Я осмотрел, ну да. Больше вроде нет ничего. Видишь, там может быть пропуск. Нет. Внимательнее. Тихо там. Внимательнее. Сам быть внимательнее. Нет. Дайте дорогу. Странно. Может, рано пока еще? Не знаю. Цель Сагитта. Ну давай, давай. Сходим. Посмотрим. Узнаем, что это вообще такое. Входной путь. Добраться до дендрария. Так, значит, я в дендрарии, да? Что у нас тут? Оператор. Пароль не найден. Второй взлом. Есть второй взлом, но что-то как-то сык на мне. Брать его. Пытаться. Так. Угу. Записка. Угу. Ой, извиняюсь. И такое бывает. Так. Опа, смотри. Заныкали. Так. Угу. Так, значит, дендрарий, да? Пониженная гравитация. Станцию. В них находятся системы подачи электричества, воды, воздуха. Операторы также доставляют по ним припасы из грузового отсека в дендрарий. Персонала здесь немного, поэтому тифонов также должно быть мало. Но рассчитывать на это не стоит. Угу. Окей, я это услышал. Немного, да. Завершено.
Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Сейчас это будет больше образцов. Исследование завершено. Так. И что он дает? Иммунитета никакого нету. Мистический взрыв. Гениально. Я просто самоубились. Ну, а, так они вообще легкие. Сюда выстрел убивается. Я понял. Подожди, чего? Я ж залатал. Деталь. И жизнь как-то поважнее для этой детали. То есть они как были ни о чем, да, так они остались, в принципе, ни о чем. Что это еще не спи, манилапсы. Ну вот так тут. Не забудьте уходя закрыть дверь. Код 873. Окей. Я тоже старенький, мне можно не спать в такое время. А вот что ты не спишь, это еще да. Это надо еще подумать. Почему это ты не спишь в такое время? Иди спать, не хочу я спать. Мне и тут хорошо. Подожди-ка, что меня напрягает вот это вот. Все-таки стопит? Ага.
Угревшая плата. Я говорю, иди спать. Ну, кусь. Знаешь, мне много чего много кто говорил. Многие. Чё думаешь, я их слушал? Нет, конечно. 77 53. Сон для слабаков. А то кошку включу, но мы не в Дискорде, чтобы кошку включать, она мне, в принципе, сейчас не мешает. Так что можешь включать кошку. Патрон нет. И что делать? Блин. Дробовик на них тратить. Такое сидело. Да, знаешь, как сделаем? Вот так. В смысле, как они не умерли? Да, я все, я ухожу. Я тут не было.